Что? Лего! Лего, ребят, выпало! Итак, что? Это Сибаину Нита. Она 150 гемов стоит. И всем привет, ребята, с вами Ёжик. И сегодня, ребят, в данном видеоролике мы откроем все вот эти вот призы Star, которые у меня в Brawl Pass'е. Поэтому начинаем прямо сейчас. Потому что не хочу тянуть, хочу еще в видосе купить скинчик, ребят. Будет очень интересно, сразу же говорю, легендарка будет и не одна, ребят. Скинчики будут такие бомбезные, что вы только здесь их увидите. Больше нигде вы таких скинов не видели, чтобы дропались леги. Я сам в шоке от этого видоса, поэтому, ребят, поставьте лайкос, подпишитесь на канал. А уже выпал эпик, ребят, и уже спрейна база. Мы поехали. Итак, 200 монеток. Окей, хорошо, мифический. 500 монет. Что-то не очень радует. Еще один мифик лего, ребят. Очень даже быстро. И... О, гиперзаряд на Мика. Саундчек. Это имба. Сейчас испытаем. Очень интересно. Я хотел гиперзаряд всегда слей выбить, но на Мика, конечно же, не хотелось бы, но все равно клевый. Попытаюсь тогда запушить. Давайте его испытаем. Я знаю то, что он должен станет. Там после ульты вроде как. Хотя, вроде ульта заканчивается. Но там, если грамотно сделать, оно должно сделаться. Окей, ребят. Кстати, ребят, напишите в комментарии, что вам выпало с легендарного стардропа в конце Brawl Pass. Ну, кто прошел Brawl Pass, потому что он уже почти заканчивается. И, кстати, ребят, участвуйте в конкурсе, который будет у меня в телеграм-канале, который я недавно создал. Если что, в описании его оставлю. Так, все, накопили гиперзаряд. Давайте ультуем. Я сейчас надеюсь на хорошую стан. И да, видите, вот эта волна. Давайте сейчас еще раз накопим. Я хочу показать вам на большом роботе, потому что тут было не особо видно, как они застанились. Ну, типа гипер имба, как по мне. Поэтому, ребят, досматривайте. Да, видите, застанился на 1,5 секунды. Окей, даже сейчас можно в описании прочитать. Да, 1,5 секунды. Поэтому, ребят, желаю вам удачного просмотра. Мы поехали. Итак, редкий. Окей, ребят. Ну а пока мы открываем вот эти вот редкие, может быть, легендарные стардропы, я вам хотел бы порекомендовать топового дизайнера, который делает самые лучшие превьюшки. Быстро, качественно, ребят. И дешево. Если что, ссылочка на него в описании, на его телеграмчик. Ну, мы поехали. Ребята, смотрите видос до конца, потому что тут бомбический. Так, ну а пока не будем открывать до конца, я бы хотел купить скинчик на Мэг. Жук Мэг, у меня есть 3750, вроде бы как, этих блингов. Давайте купим все-таки скинчик, потому что я очень хотел бы на нее скин и запушить ее. Она что, не в эпик? Она сверхредкий. А, да, она стоит 2750, ребят. И покупаем данный скинчик. Вообще просто мне нравится. Вот данный скин хорошо проработанный. В принципе, вообще топ за свою цену. Хоть и можно было ему 5000 дать, не знаю, я бы дал бы 5000. Может быть, ребят, если вы напишите в комментарии, сделать видос про какой скин стоит свою цену, который нет, который переоценен, который недооценен. Ну, короче, скин топ, всем советую. Так, let's go, дальше открываем стардропчики, редкий дропается, сверхредкий, окей. Я уверен, нам еще дропнется очень хороший, очень клевый. Если что, ребят, я надеюсь максимально от вас поддержки, потому что в те ролики последние три я вклав, ну, я вклався, короче, ребят. Леха, ребят, дропнулась, короче, поки там скипнул. И, ребят, Сибаину Нито, что? Она стоит 150 йен, вы понимаете? Не, я не верю. Подожди. На 150 гемов стоит, да? Подожди, эта школьница 150 гемов стоит. Все, на нейпин есть, да. Подожди, реально, на 150 гемов стоит. Ну, сейчас испытаем, а потом зайдем на твинк и проверим, реально 150 гемов стоит или нет. Все-таки поменяли. И она не 150 гемов. А вообще может дропаться 150 гемов? Это скин. Если может, то это считай, ну, считай 5000 блинов, 150 гемов, считай Гринч Мика. Ну, атака в ней немає анімації, це дефолтна атака Ніти вроді як. Так, кидання ульти, от, о, спавен по-любому, точно він. Ну і сам Мішка, це лично. Оце, що летить лапками, оце, бачите, мені інтересно, це дефолтне или ні. Зараз перевіримо, на мармеладки в мене так же или ні. Очень інтересно.
Так, кстати, ребят, поки заходжу, я не договорив те, що я ці ролики надіюсь на вашу підтримку, ребят, тому що я купив БП+, геми, і я надіюсь на вашу підтримку. Так, ну тут понятно, так, логічно. Так, ульта. А, да, бачиш, тут мішка, коли ти такий зелений, да, значить це її должно бути по-любому. Сейчас, короче, зайдем на твинк и чекнем, сколько она стоит. Ну, я уверен, она стоит 150 гемов, это старый скин. Имбовый очень, блин, мне нравится, мне вообще в кайф. Так, да, 5000 гемов и 149, ой, 149 гемов и 5000, блин. Я, кстати, думал, может быть, у меня все скины на нету, но нет. Так, редкий, сверхредкий, окей. Так, очки сил меня бесит, то, что они не скипаются. Сверхредкие, поехали дальше. Может быть, еще нам дадут хороший дропчик, ребят. Ну, я говорил, что дропчик будет имбовый, говорил. Вот вам доказательства. Конечно же, теперь редкие будут сыпаться. Но в конце нас ждет лего 100% за 50 уровень. Там лего 100% идет. Так, ну тут пока что, конечно же, редкие с очками силы. И все, ребята, ставься лего, давайте, открываем и кленовый барли, подожди, да. Кленовый барли, он вроде стоит 2750, блин. Сейчас чекнуть надо будет. Ну, мне нравится, открытие уже понравилось, потому что, ну, в общем, так-то три леги. Гиперзаряд, скин на ниту, это самый лучший, я так понимаю, и кленовый барли, да. Все, ну, он точно стоит 2750, я помню. Так само, як і єдинорог, кстати, який я купив в прошлому ролику, хто не бачив, подивіться. І все, пас у мене пройдений. Буду копити там блінги, тут та нічого немає. Ну там 50 тисяч апнув, я теж відкрив лягу на відосик. Понятне діло. Я б хотів би спитати, цей скінчик, він класний. Намного лучше, ніж у Ніти. Цей. Єдинорог Барлі, він теж там класна атака, тому що я іспитував, помню, там класно. І тут я точно знаю, тому що я цей скін очень сильно хотів. Бо там атака, ну і ульта, воно там анімірно, прям хорошо проділений скін. І пінчик, бачите, є пінчик. Ну і сама анімація цього бравлера. Там і, типу, от ці клієни, вони там класно, мені прям кайфовий скін. Прям постаралась над ним, хоть и уже старый, но все равно класс. Кстати, ребят, я заметил, что у меня уже все скины на Барли, кроме серебряного и золотого, так само, как и на Шилле, не считая футбольной команды, конечно. Там. Да, дивиться, бутылка в полете крутится, смотря то, насколько далеко кидает ее нокли, но клин... Такие вот классные. Там еще и пузырьки, и листочки плавают, они двигаются, да, реально имба. Да, дивиться, если так вот дивиться, то... Там ще щось літає зверху, чи що це, чи це пузирьки так плавають, ну, или мені так кажеться, но мені, ребят, бомбезно понравився скін. А я надіюсь, що вам бомбезно понравився відеоролик. Я постарався, ребят, поэтому надіюсь, от вас поддержки, лайкосов і підписочки. Пишіть, що вам випало, кстати, з легендарного стардропа в конце паса. Ну, прошли ви вообще цей пас, ну, или купили ви його. Ну, а с вами був Ёжик, всем спасибо за просмотр.